Всем привет, я Влад Сарамытько, и сегодня я футбольный кондуктор. Вот, я буду проверять наших граждан на футбольную эрудицию, и за правильные ответы я буду вручать им вот такие билеты на матч СКА Хабаровск-Урал. Погнали! Какая эмблема у нашего клуба СКА Хабаровск? Вот какая у вас, вот. Какая у меня, да? Да, точно. Да, вы правильно ответили. Держите раз, держите два. И смотрите, еще вот такой календарик для вас. А какой у нас дивизион? Дальневосточный. Дальневосточный дивизион? Ну, немножко не так, он у нас выше. Если вы сейчас скажете, что... А, вы это имеете? Если вы сейчас скажете, что мы играем в премьер-лиге? Нет. Нет, скажите, мы играем в премьер-лиге. Мы играем в премьер-лиге. Вот, видите, какая у нас эрудированная публика, поэтому мы дарим два билета. Возьмите раз. А, да, на самом деле? Да, вот так вот прям берем и дарим. Хорошо. Два. Спасибо. И календарик. Привет. Я стесняюсь. Я тоже. Тебя как зовут? Лиза. А меня нет. Какие цвета основные у нашей формы? Наверное, белый. Какие? Белый, наверное. Белый есть, ага, правильно. Еще какой? Синий. Супер. А еще? Оранжевый? Почти. Желтый? Нет, уже далеко. Смотри, ты назвала белый, синий. И вот по логике напрашивается российский флаг. Красный. Вот молодец. Какая молодец. Ты выигрываешь два билета. Просто с полпинка. На, держи. Раз, два. Третий не дам, дам календарик. Как называется команда, которая является действующим чемпионом страны по футболу? ЦСКА? Нет, еще попытка. Скажу. Спартак. Спартак, супер. И вы выигрываете два билета. Давайте я вам два билета на футбол, а вы мне два билета на троллейбус. Ты готова? Привет. Привет. Тебя как зовут? Вероника. Меня Влад. Привет. Ну, я знаю, что ты меня узнала, я обычно такая, знаешь, узнаваемая личность, меня все узнают, вот, да. Пару вопросов футбольных тебе задам. Давай. Давай честно, что-нибудь знаешь? Конечно. Как команда наша называется, знаешь? СКА Хабаровск. Какая ты умница. А где мы играем? В смысле? А, ну... На стадионе или... Ой-ой-ой-ой-ой, ты просто сейчас сорвешь джекпот. Давай, смотри, еще ответишь мне на один вопрос. Всем я даю два билета, но поскольку ты очень симпатичная, я дам тебе три. Отлично, давай. Как зовут вратаря нашей команды? Нет. Да, елки-палки. Но... да, еще у нас есть вратарь, его зовут Влад. Криворучка. Нет, Влад не Криворучка, Криворучка Саша. У нас еще есть Влад. Влада не знаешь, да? Влад это я, если что. Вот, да. Да, я вратарь, как и Саша Криворучка, и Саша Добрый. Вот, ладно, я обещал тебе три билета, получай. На холоде, ну я не знаю, мы можем попросить наших ребят, чтобы тебя согрели. Можно. Ты знаешь такую игру, называется она футбол? Да. Какое животное символ нашей команды в городе? Да. Это кто так делает? Игого. Игого? Да. Да, молодец, Игого. Вас трое, на тебе один и вам один. И еще календарик. Давай смотри, у нас с тобой сейчас будет сделка. Я тебе задаю вопрос, ты отвечаешь на него, я даю тебе два билета на футбол. Хорошо, договорились. Давай, смотри, только все очень строго сейчас будет. Ты настроен? Да, конечно. Какая эмблема у нашей команды? Ну, вот, наверное, как у вас, на как у меня звезда, да, молодец. Ты правильно ответил на этот вопрос, я дарю тебе два билета. Видишь, сегодня тебе не только кондуктор дает билеты, но еще и футболист. Сегодня твой день, да, ты прав. Как называется наша команда? СКА Хабаровск. Ну, это было очень просто, ладно, давай еще что-нибудь. Какое животное является символом нашей команды? Медведь. Нет. Тигр. У него есть копыта. Бык. Лошадь? Ну, пускай будет лошадь, ладно, молодец. Тебе один. За правильный вопрос, тебе один за участие. Спасибо. Знаете, еще календарики. В какой стране пройдет чемпионат мира в этом году? По-моему, все дети знают уже, что в нашей стране.
какие цвета у нашей команды? Ну, естественно, красный, белый и синий, естественно. Классно, классно. Держите. Какое животное является символом нашей команды? Тигр. Красная армия, да? На каких животных она скакала в бой? Ну, в бой, она, конечно, конница была. Кони? Да, конь. Да конь – это ЦСКА, а это самое. Так мы же те же ЦСКА, только мы СКА. Только у нас лошадь меньше, да? У нас, да, у нас просто лошадь без ЦСКА. Вот. Ну, в принципе, вы ответили, так что я, как обещал, дарю вам билеты. Держите раз, держите два. Немного потерялся. Как его? Белелединов. Белелединов, да. Да? Нормально? Ну. А со Спартаком не повезло Довгне. Ну, я смотрю, вы понимаете билеты футбол. Раздаете? Мы билеты раздаем. А вам какие нужны, на троллейбус или на футбол? Да мне на футбол. На футбол? А с кем мы завтра играем, знаете? Подожди, с Уралом. С Уралом. Вот видите, человек знает, поэтому мы, не задумываясь, сразу дарим просто билет. Два, что ли? Два? Прям вот два, и еще календарь. Какие цвета у формы у нашей команды? Это вообще что такое? Это какие вообще футбол. Футбол. Хабаровск. Хабаровск. СКА. СКА. Красный, белый. Еще один. Синий. Классно, классно. Все супер. Еще второй. Торгово-экономический техникум. И еще календарик. Какая эмблема у нашей команды? Посмотри, как я одет. Звезда. Молодец, красавчик. Ты очень догадливый, поэтому ты получаешь два билета. Билеты настоящие, я не обманщик. Привет, меня зовут Ярик. А меня Владик. Ты учишься в школе? Да, я в первом Б. В первом Б? Да. Я тоже был в первом Б. Ты футболом увлекаешься? Пока еще нет. Ну, ты знаешь про футбол? Ну, знаю, что там футболисты забирают мяч у врагов и ведут к воротам и забивают гол. А враги это кто, немцы? Ну, нет. Мы играем завтра с командой «Урал». Понятно. Смотри, задаю тебе вопрос, если отвечаешь, то получаешь билетики. Хорошо. Какое животное является символом нашей команды? Лев. Вообще, на каких животных можно ездить? Ну, на верблюде. Ну, у нас верблюды не водятся, им здесь холодно. Ну, наверное, слон. Смотри, у этого животного есть копыта, и оно делает вот так вот. Лошадь. Лошадь, конечно, молодец. На раз, на два и календарик. Все, я тебя поздравляю. Давай пожму тебе лапу. Как эти кондукторы работают вообще в автобусах? Я уже за... Сколько мы здесь находимся, я не знаю, я вкачал, по-моему, все мышцы на ногах. Сегодня я понял, что работа кондуктором очень нелегкая. Вот, лучше... Еще и за проезд надо платить. Но мы можем себе это позволить. Возьмите. Ага, спасибо. Все, мы на сегодня прощаемся с вами. Приходите, болейте за нашу команду. Ждем всех завтра на футбол. Пока. Ты махни. Пошли. Меня хотели увезти. Меня просто увезли и все.